Советского информбюро. Войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Жукова при содействии войск Первого Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии, городом Берлина. Георгий Рублев. Это было в мае, на рассвете. Читает из могилы Водянов. Это было в мае, на рассвете. Нарастал у стех Рейхстага бой. Девочку немецкую заметил наш солдат на пыльной мостовой. У столба, дрожа, она стояла, в голубых глазах застыл испуг. И куски свистящего металла смерть и муки сеяли вокруг. Тут он вспомнил, как, прощаясь с летом, он свою дочурку целовал. Может быть, отец девчонки этой дочь его родную расстрелял. Но тогда в Берлине под обстрелом полз боец и телом заслоня девочку в коротком платье белом осторожно вынес из огня. И, погладив ласково ладонью, он ее на землю опустил. Говорят об этом маршал Конев, Сталину об этом доложил. Скольким детям возвратили детство, подарили радость и весну. Рядовые армии советской, люди, победившие войну. И тогда в Берлине в праздничную дату был воздвигнут, чтоб стоять века, памятник советскому солдату с девочкой, спасенной на руках. Он стоит, как символ нашей славы, как маяк, светящийся во мгле. Это он, солдат моей державы, охраняет мир на всей земле.